сидят русские американец и спорят, у кого страна сильнее. Ну, американец говорит, да у нас есть Капитан Америка, значит, он щитом своим может отразить любую ракету. Наш говорит, да слушай, что, какой у вас Капитан Америка? У нас есть генерал, министр наш, Шойгу. У него этих ракет тысячи, таких щитов тысячи, что ваша ни одна ракета, в общем, не долетит, и ни один щит не выдержит наших ракет. Американец думает, что, какой Шойгу? Он говорит, а у нас, короче, есть, значит, у нас есть люди X, которые могут мысли угадывать на расстоянии. Так что вам хана. Он говорит, какие люди Икс? У нас есть Лавров. У нас есть Лавров, который мысли на расстоянии навязывает. Сидит вот так и навязывает. Американец уже совсем разнервничался. Говорит, а у нас есть Тор. У нас есть Тор, который своим вот так молотом как даст, за 1000 километров земля трясется. Он говорит, да какой Тор? Не смеши меня, говорит. У нас, говорит, Путин, который не то что молотом, вот так пальцем по столу стукнет, и не за 1000, а за 10 тысяч километров не то, что земля. Губернатор трясется.